Итак, дорогие друзья и подписчики, расскажу вам еще один вариант, как зафиналить процедуру массажа. Да? Если у человека давление, предрасположенность к гипертонии, да, если у него там грыжа где-то, да, и вообще у нас массаж такой энергетический, активный, да, мы много крови, много меняем метаболизм внутри тела человека. А он, например, у нас близок к пенсионному возрасту, да, то есть мы чувствуем, что, в принципе, человек, ну, так, с ослабленным здоровьем, да, то мы ему говорим, что вот, покачали, тут расслабили, процедура закончена, можно вставать, только вставайте, пожалуйста, медленно, а именно таким способом. Голова у вас должна подниматься в последнюю очередь, а в первую очередь постарайтесь спускать ноги со стола по одной. Сначала вот эта нога спускается, да. Потом вторая поясница, вот, расслаблена, да, голова лежит, касается пола, вот, вставай, вставай, особенно, да, если грыжа, да, вот так вот, голову вниз, и потихонечку вставай на ноги, выпрямляйся, медленно поясницу, да, голова в последнюю очередь поднимается. Вот, человек встал, если у него была грыжа, он, в принципе, встал безопасно, и вот такой способ для, ну, так скажем, для критических случаев. Рекомендую вам использовать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч.